Фейбл. За эту историю спасибо Широ Пастель и за большое количество других замечательных сериалов, которые вы можете найти у нее на канале. Ссылка, как всегда, в описании. Ми. Ми. Мираэль. Чего тебе, Финн? Мне скучно. Прекрасно. Ну, Ми. Я тебя развлекать не буду. Не смотри на меня так. Я говорила, что у меня дома нечего делать. Но ты все равно решила устроить ночевку. Теперь сама придумывай себе развлечение. Ну, Мира! Ты кого-то ждешь? Нет. Я открою, только прошу. Пока меня нет. В комнате ничего не сломай. Хорошо, хорошо. Посылка? Странно, я не заказывала книг. Что это? Да вот, какая-то книга. 10 способов вызвать демона. Пф, чушь какая-то. Ну, Мир, давай попробуем. Ты что, серьезно думаешь, что сможешь вызвать демона? Бред. По крайней мере, это лучше, чем помирать от скуки. От скуки помираешь только ты. Ну, пожалуйста. Ладно. Через 10 минут. Читай и закончим с этим. Ну вот, ничего не произошло. Я... Какого? Так значит, это ты, Мираэль. Ты кто? Демон, Эдвард. И что тебе от меня нужно? Глупая, ты ж сама меня вызвала. Но... Давай без но. Хорошо, чего ты хочешь? По правилам, я должен исполнить 3 твоих желания и забрать твою душу. Но ты кое-чем отличаешься от других. Стой! Можно спросить? Что? Что это за знак у меня на щеке? Это как раз и есть твоя особенность. Ты отмечена Луной, то есть находишься под ее защитой. А значит, что никто из мертвых, либо наполовину мертвых, не может тебе навредить. И много таких, как я. Да, но отметка не проявляется, так как им не угрожает опасность. Думаю, что ты уже поняла. Да. И что ты будешь делать? У меня 2 варианта. Первый – исчезнуть, и мы больше никогда не встретимся. Второй – остаться и помогать тебе. И? Выберу второй. Ты заинтересовала меня, Мираэль. А? Что с тобой? Сколько меня не было? Ты про что? Ты все время стояла рядом. А, понятно. Иди в комнату, я скоро приду. А что это у тебя на щеке? Просто грязь. Смою и приду. Ладно. Вот же противный демон. Даже возразить не дал. Поаккуратней со словами. Я же и обидеться могу. Ты! Извини, госпожа, но у меня куча дел. До встречи. Не называй меня так. Вроде бы не видно. На следующий день в школе.
Ой, неужели ноги не держат? Бедняжка Мира, нужно быть осторожнее. Чего тебе, Хиона? Я не обязана отчитываться перед тобой. И вообще, это случайно получилось. Раз случайно, почему встать не помогла? Я думала, что ты и сама справишься. И была права. А я думаю, тебе пора. А то мало ли, вдруг с жизнью расстанешься. Это что было такое? Ты про что? Наверное, показалось. Вот и все. Прости, мне нужно идти. Ми, ты как? Нормально. Точно? Да, пошли на урок. После урока на крыше. Эдвард! Чего тебе? Почему так грубо? А ничего, что я демон? Нет, я хочу, чтобы со мной ты общался нормально. Хорошо, принцесса. Не называй меня так, я не принцесса. Так уж и быть. Спасибо. За что? За то, что помог. Все, доволен? Более чем. Может быть, и ты мне в чем поможешь? Чем? Узнаешь дома, после уроков. Ну так что? Ладно, я согласна. Через 3 часа. Эдвард. Чего? Так что от меня требуется? Одень красивое, желательно в темных тонах платье. Расчешись и тому подобное. Зачем? Посетим одно мероприятие. А там безопасно? Для тебя – да. Ладно. У тебя есть 15 минут. С головой хватит. Через 15 минут. Ну как? Я готова. Удивительно. Обычно девушкам нужно намного больше времени, чтобы собраться. Извини, что разочаровала, но я не люблю прихорашиваться. Соответственно, много времени мне на это не нужно. Что бы ты ни говорила, но выглядишь ты просто шикарно. Спасибо, наверное. Ты что, покраснела? С ума что ли сошел? Тебе просто показалось. Тихо, не кипятись. Мы спешим. Давай руку. И где мы? Бал. В честь 14-летия молодой герцогини Эльвинс в мире демонов. Ты издеваешься? Ты думаешь, я буду в безопасности среди гигантского скопления демонов? Если не будешь отходить от меня, то да. Плюс не забывай про метку. В этом мире она тоже работает. Ладно, только на всякий случай не отходи от меня. Хорошо, Мираэль. Привет, Эдвард. Рад тебя видеть, Кэтрин. Это та, про кого я говорил. Я Кэтрин Эльвинс, а ты? Я Мираэль. Она что, человек? Она не доживет до утра. Думаешь? Уверена. Проверим. Ну и проверяй, если ее жизнь для тебя ничего не значит. Эдвард. Что, Мираэль? Я точно не пострадаю. Точно, не волнуйся. Хорошо, спасибо. Через несколько часов.
Эдвард? Да. Мне скучно. Я могу прогуляться? Да. Если почувствуешь опасность, позови меня. Хорошо. Красиво. Кто это тут у нас? Неужели человек? Ты кто? Артур Элвинс, брат Кэтрин. И чего ты от меня хочешь? Развлечься. Что именно ты имеешь в виду? Думаю, ты и сама поняла. Пусти меня! Не хочу. Эдвард! О, он тебе не поможет. Я сказала, пусти! Неужели отмеченная? Представляешь? Неужели непонятно? Мое трогать нельзя. Пошел прочь. Ну и ладно, не особо-то она мне и нужна. Ты как? Нормально. Спасибо за то, что спас. Тебя спас не я, а лунная магия. Все равно спасибо. Рядом с тобой спокойнее. Тогда, пожалуйста. Все дела, которые у меня тут были, я закончил. Если хочешь, можем покинуть прием. Давай. Знаешь, если не считать тот случай, мне понравился прием. Если можно будет, я бы хотела сходить с тобой еще раз. С удовольствием приглашу тебя еще куда-то, Мираэль. Мира, называй меня так. Хорошо. Придурок! Через несколько дней, после школы. Мира, ты куда? Я спешу. Придется пойти другой дорогой. Но там опасно. Ничего страшного, я в порядке. Может, я пойду с тобой? Не стоит. Но... Афина, у тебя сегодня вокал, и тебе лучше не опаздывать. Ладно, но будь аккуратна. Хорошо. Через 10 минут. Мрачновато. Так. И что это вы тут делаете, милая леди? Иду. А вы? Ты как будто сама не понимаешь. Деньги давай. Нет. Ограбить нехорошо. И денег у меня нет. Ты меня не боишься? Не особо. А стоит? Мелкая дрянь. Идиотка! О том, что не нужно подвергать себя опасности, ты не знала? Извини. Ладно. Эдвард, я люблю тебя. Любишь? Ага. Тогда я могу? Да. А что было дальше, мы не узнаем. Конец. И снова на этой неделе будут две небольшие озвучки. Следующая выйдет в пятницу. Спасибо всем, кто подписывается на канал. Спасибо всем, кто ставит лайки. Ваша поддержка очень важна. Это канал Fable. Меня зовут Артём, со мной озвучивает Алена. До встречи!